Твери на аллее Смоленского переулка высадили саженцы каштана и шиповника. К такой доброй и полезной акции присоединились и депутаты Тверской городской думы. А подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Спасать природу и радовать глаз. Именно так школьники назвали акцию посадки саженцев. На аллее Смоленского переулка 8, корпус 2, неподалеку от гимназии номер 10, несмотря на погодные условия, жители, школьники и неравнодушные к природе энтузиасты высадили каштан и шиповник. Школьники здесь самое непосредственное участие и сейчас приняли, но и в дальнейшем. Именно по этим дорожкам им придется ходить в школу, из школы, и видеть результат своего труда – это всегда приятно. Такую инициативу поддержали и депутаты Тверской городской думы. Дмитрий Нечаев, Илья Холодов, Ольга Устинова, а также Ян Барышев. Деревья должны хорошо прижиться, тем более, что школьники и депутаты обещали взять шефство над аллеей, чтобы со временем она превратилась в красивый мини-парк. Я всегда с большим желанием поддерживаю такие инициативы. Вы знаете, что мы с энтузиастами сажаем аллею, вот, например, на Волынском нашем мемориале, высадили там уже целую аллею. И, вы знаете, это очень хорошо, так сказать, для души, для ауры. Вот тот день, когда ты посадил дерево, вот этот день ты точно прожил не напрасно. Интересен и тот факт, что каштан и шиповник в качестве саженцев выбрали не случайно. Ведь в планах у геоботаников в парке выращивать коллекцию шиповников, а также редкие виды древесных растений, которые будут радовать глаз жителей в конце лета и осенью. В мае все зацветет, а в июне уже все уныло и практически деревьев цветущих нет. Я думаю, что мы будем восполнять этот недостаток. Будем сажать деревья, которые цветут в июне и в июле. Это только начало, я надеюсь на продолжение. Высадка таких аллей – это начало доброй традиции Верхневолжья. Те, которые растут сейчас – это заслуга старшего поколения, так как именно оно в свою молодость высаживало такие деревья. И теперь эту идею снова возродили.